Сегодня 18 августа 2018 года. Со вчерашнего дня пошел 10-й год со дня начала увлечения мной любительской астрономией. Я Романов Филипп Дмитриевич, астроном-любитель, первооткрыватель 45 переменных звезд. Я не имею возможности безопасно и беспрепятственно проживать в своем единственном жилье, в комнате номер 2 в коммунальной квартире в городе Москве. И я не имею возможности беспрепятственно продать данную мою собственность, мою комнату. В данной комнате находится мой телескоп. Я не имею к нему доступа, безопасного и беспрепятственного. Я прошу неравнодушных людей помочь мне продать мою комнату, чтобы я смог купить себе другое жилье, безопасное для проживания и для занятий наукой астрономии.